Горожане, наверное, еще помнят вкус тех самых белых буханок Березняковского хлебокомбината, за которым приходили именно сюда. С тех пор, как производство закрылось, здание магазина долго пустовало. И вот пару месяцев назад здесь развернулись капитальные работы. Подрядчики вынесли все стены, окна и сломали лестницу. Мы узнали, скоро в этом здании откроется семейное кафе «Масленица» и еще одна пекарня с пылу с жаром. Это будет две отдельные локации. Площадь помещения здесь увеличат. Вместо старых подбитых лесенок кафе и пекарню будет украшать красивая веранда с витражными окнами. По словам учредителя, предварительно ремонтные работы завершатся к концу года. Это место на Ленина 49 давно пустует. Когда-то здесь был продуктовый магазин, потом небольшая кофейная лавка. Сейчас же начался масштабный ремонт. Догадываетесь, что здесь будет? Не буду томить. Снова магазин. На этот раз сетевой. «Пятерочка». Сегодня здесь дежурят бетономешалки. Работа кипит с утра до вечера. Вот только сроки ремонта пока неизвестны. Планируется полное обновление здания как снаружи, так и внутри. Следующий объект, который так давно волнует березняковцев, это огромная площадка на проспекте Ленина. Интересно, что здесь будет? Здравствуйте! А вы скажите, что здесь будет? Заправка. А сейчас что вы делаете? Баню заливаю. Площадь под застройку внушительная. Строительные работы на будущей заправочной станции в самом разгаре. У забора лежат большие топливные резервуары, которые скоро зароют в землю. На территории уже вырыт огромный котлован. Земельные работы планируют закончить в ноябре, а сама заправка откроется не раньше мая следующего года. И уже давно строители возятся и вот на этом объекте. Помните, здесь когда-то гремели дискотеки, а кафе носило томное название «Мираж». Сегодня помещение отдано под ремонт. По словам подрядчиков, здание будет сдаваться в аренду. Вот только кому, пока неизвестно. Екатерина Зибзеева, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхнекамья.